В Таразе проходит двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города. Участие в нем принимают работники предприятий и организаций, предприниматели и простые жители областного центра. Всего в рамках субботника было посажено 1185 саженцев различных деревьев в парках, скверах и улицах города. В рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству города были почищены ирригационные каналы и арыки, вывезен мусор, собравшийся за зиму. Помимо этого были посажены саженцы различных деревьев в парках, скверах и улицах областного центра. Аким Тараза, сам лично участвуя в проводимых работах, заверил, что это только начало грандиозных преобразований города, что подобные работы будут проходить на постоянной основе. На прошлой неделе мы посадили в городе более 2000 деревьев разных пород. Это ясень, это крымская сосна, это яблоневые саженцы. Активно принимают участие жители нашего города, что не может нас не радовать, конечно. Они отозвались на наш призыв, значит, поучаствовать в посадке деревьев. И на прошлой неделе жителями нашего города было высажено 1100 яблоневых деревьев в 11 округах, в основном это во дворах. Вот эту работу сейчас мы продолжаем. На этой неделе мы уже получили заявку от жителей также на 1100 яблоневых саженцев. Сегодня мы с утра всем их развезли. Активное участие в субботнике приняли коллективы многих предприятий и организаций города, за которыми были закреплены определенные участки. Всего же за двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города запланировано высадить 15 тысяч деревьев. Кулюш Умурзакова, Нурлан Бектурсан, 77 News.